Добро пожаловать на канал 18 соток. Хочу рассказать вам о сорте острого перца, который называется Hot Fish. Hot Fish — это очень красивый сорт острого перца. Он пестролистные кусты имеет, листья зелено-белые разводы. Перчик тоже интересный. В биологической зрелости он красный, но вначале он зеленый, такими своеобразными полосками. Этот сорт перца традиционно использовался для приготовления блюд из рыбы и морских моллюсков, откуда и получил название fish pepper или рыбный перец. По остроте сорт этого перца приблизительно равен остроте сортам халапеньо, но может быть гораздо и острее. По вкусу очень похож на сорт серрано. Плоды в длину где-то сантиметров 7 см. Растение само имеет высоту, длину. Высоту имеет 50, где-то 70 сантиметров. Вот так выглядит зрелый плод в разрезе. Толщина стенок около 2-3 мм. Перец очень сочный. На вкус очень приятный, острый. Острота по шкале Скойла может достигать от 5 до 30 тысяч единиц. Это зависит от количества солнца, которое получало растение за период своей вегетации. Вот на этом обзор этого перца я заканчиваю. Буду в дальнейшем знакомить вас с другими сортами острого перца. Заходите на канал, подписывайтесь. На этом все.